анонс 8 серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как мы помним, с предыдущих серий тревожное время накладывает отпечаток даже на самых молодых. Ребята дерутся в каждом дворе, да и в стенах школы сложно чувствовать себя в безопасности. 14-летний Андрей сталкивается с нападками одноклассника, требующего у него деньги, но пареньку выпадает счастливый случай знакомства с храбрым и нагловатым Маратом, которому никакой задира не будет указом, ведь за спиной его пацаны. Улицы не знают жалости ни к чужим, ни к своим. Столкновение с домбытовскими перевернуло жизни Марата и Вовы, но в первую очередь Айгуль. О трагедии приходится молчать некоторые. Детали могут сыграть против тех, кому и так причинили боль. И цена за то, чтобы остаться с улицей, может оказаться слишком высокой. Напомним, главные роли в картине исполнили Иван Янковский, Леон Кемстач, Рузиль Миникаев, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и другие. Продолжение вы сможете увидеть в 8 серии, которая выйдет уже 21 декабря. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.